Лиричная мелодия вальса, зажигательные ритмы самбо и латины. Традиционный осенний бал в Иванове закружил по паркету более 170 пар. Большинство участников недавно начали танцевать и занимаются любимым делом не более 2-3 лет. Небольшой по меркам профессионалов срок. Такие турниры мы проводим специально для того, чтобы начинающие танцоры, которые не так много выезжают на российские соревнования, могли участвовать в соревнованиях и повышать свой уровень на наших городских турнирах. В Иванове существует 11 танцевальных клубов. Все представители этих объединений входят в состав жюри и строго оценивают каждую пару. Мы танцуем в категории номер один. Мы танцевали 4 танца: танго, медленный вальс, венский вальс и квикстеп. Мне больше всех нравится медленный вальс. Для танцоров не важен возраст соперников, главное – мастерство. Можно и за небольшой промежуток времени хорошо научиться танцевать. Несмотря на то, что проводится турнир по спортивным танцам для тех, кто совсем недавно вышел на паркет, конкуренция серьезная. Мы вроде бы начали еще 2 месяца назад, поскольку у меня другая партнерша была. А так любим танцевать где-то там к стандарту ближе. К примеру, там, не знаю, медленный вальс. Соперники были, конечно, сложные, нормальные. Я бы не сказала, что легкие. Турнир хороший. В следующий раз городской турнир по спортивным танцам для начинающих состоится уже в следующем году. Он носит красивое название «Восходящие звезды зимы». А в марте самые сильные и самые опытные пары смогут побороться за призовые места на всероссийском турнире. Любовь Почерникова, Андрей Семволков, РТВ Иваново.